Лямбда, ДНС, окей. 10 кинозалов, М-видео, Хофф, Милана, Адамс, Остин, Карри, Читай город. Это все Радуга парк. Едешь в торговый центр, встать некуда. Все кружатся. Всем охота поближе, а я так дошла бы хоть откуда. Сначала куда? Добро пожаловать в Москву, Олимпиада. Вот этот трэш тут тоже. Ну, как в любом торговом центре. Леонардо Остин, Жизнь Март. Вот классно. Ну, в общем, торговый центр. Это в Радуге. О, классно. Вот видите, что? Современное искусство. Игры. Там виртуальная реальность. Так-то интересно крутануться. Так, мне надо вот Хобби гипермаркет. Икбокс. Карри, везде эти. Смотрите, какая красота. И все ручная работа. Это есть вот блогер, не знаю, в Москве вот это делает. Неужели это его? К лету готовятся уже все. Но мы, как всегда, в кафешку. Нам что, ходим, поедим. Посмотрите, как, сколько здесь кафе, кофеен, русская кухня, пинг-понг, зарядка. Вот можно зарядить телефоны. Видите? Объедаловка.
тут что-то сразу готовят. Ой, давно мы здесь не были. Видите, какая красота. Крошка, картошка. Цены 2024 года. Картошка. Вот как оформлено, все красиво. Как молодежь не захочет уезжать из маленького города, когда тут такой движ. Ну, Бургер Кинг вечно с очередями. Как булок жареных не ели. А здесь? Вот пицца какая-то. Вот какая красота. Салаты. Пиццу. Ну что мы где? Тормознемся. Бабли готова. Так, держите, помогайте мне нести. Алиса несет пустую бутылку. Руслан, бери одежду нашу. Ты не про эти блинчики? Держи. А с чем они? Сейчас. Колбасу? А, прям так стряпают здесь. Сейчас завернет. Дождемся. Это наши блины. Хопс. Так мы ж у вас не забираем. Так. Да. Куриный бульон готов. Добрый день. Так, сыр. Один с банановой карамелью. Вот, ты маленькую садишь. Курица. Курица. Сыр, курица. А вот это что? Салат? Вкусненько. Давай, попробуем. Что за блинчики? Так, это мой не сладкий блин с начинкой. Сладкий с бананом, и цена офигительная. Видите, блинчик такой, блинчик. Какой цены убойные. Ну что тут у меня? Должна быть курица, сыр и помидор. Как это все брать, даже не представляю. Все, приятного аппетита нам. Мало нам, мало. Ну как котлету покажите. Она вкусная? Сыр, котлета, ням-ням-ням. Приятного аппетита. Смотрите-ка, тут-то что? Мачете, белое золото, шоколад, маракуйя, тыквенные семечки, молочные. Это ж вообще макароны, паутинки. Объездцы. Французский трюфель, финикс, кешью, инжир, роми, трюфель, малина, маракуйя, пряный миндаль, финик, грецкий орех. Британский бренд. Коробка передач. Летаем. Причем это и по у нас по этим по налогам, по ВИТЮ, так же самое. Ну вы
мы еще успели, она, скорее всего, там область, они там делали. МГ-5. Морбис. Гараж. Не знаю такое название-то. Британский бренд. Сто лет бренду мы знать не знаем.